308 школьников Петропавловска получат премии главы города за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности. Денежные премии и благодарности им будут вручены на торжественных линейках, которые пройдут во всех городских школах 1 сентября. Об этом рассказали в управлении образования. 284 премии по 1000 рублей будут вручены школьникам за отличную учебу, активное участие в общественной жизни школы, высокие достижения в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и физкультурно-спортивной деятельности. Еще 24 премии по 4000 рублей получат ребята, достигшие высоких результатов в научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности. Добавим, что вручение премии главы на торжественных линейках стало доброй традицией в канун нового учебного года.